Здравствуй, болото. Всех приветствую на канале Сказочная Карелия. Меня зовут Руслан. Выбрался на одно из болот. Взял с собой ведерко. Сегодня попробую пособирать клюкву. Посмотрю, в каком количестве, какого качества. Не будем терять ни секунды. Поехали. Можно собирать комбайном. Все зависит от условий сбора, мест произрастания ягоды. Здесь мох, комбайном неудобно, поэтому руками 5 или в 6 раз дольше. Сегодня ясная погода, плюс 20 градусов, сентябрь 24 года. Собираю немножко мха, но ничего страшного. Прошел метров 30, нашел перспективное место. Благоприятные погодные условия. Собирай, да не ленись. Ну, немножко ссора, ничего страшного. Можно одной рукой, можно двумя. Жарко становится. Скоро обещали и заморозки до минус 5 градусов. Вот, ведерко пополняется, витаминчики, запасы на зиму пора делать. Вот здесь какая-то речушка протекает. Ягодка за ягодкой. Ведерко пополняется. Очень вкусная, сочная ягода, витаминчики. Продолжаем собирать дальше. Высокие сапоги в обязательном порядке. Речушка, пруд, не знаю, что это такое, но, наверное, есть и рыба. Можно будет на рыбалку приехать. Да, местами лежит еще белобокая, называют у нас так. Сентябрь месяц, конец октябрь, середина октября, самое время для сбора. Ягода окончательно поспеет. Огромное болото, ни одного ягодника не встретил. Приходится искать наиболее перспективные места. Не знаю, если удастся набрать ведро, уже будет прекрасный результат. На этом болоте в этом году впервые выбрался, напомню, в порядке эксперимента. Солнце все выше. Жарко становится. Давно не было дождей. Грибов нету. Все пересохшие. Поэтому клюква. В одной руке камеру держу, другой потихоньку собираю. Двумя руками значительно быстрее.
Какая-то мягкая попадается. Стакан, наверное, уже съел. Не оторваться просто. Воду с собой не брал. Знал, что будет клюква. Можно будет утолить жажду. Ветерок продувает. Ягодка собирается. Надо искать пятачки. Растет локально. Но если найдешь полянку, как говорится, ягодную, можно собрать достаточно много. Сидишь, собираешь, меньше беготни, меньше поиска. Ягодка за ягодкой. Отдельная благодарность зрителям, кто не только смотрит, но и оставляет комментарии. Это лучшая поддержка и мотивация для меня. Потихонечку ягодки собираются. Вот такие вот тяжелые условия. Осока, высокая трава. Но пока не поранился, аккуратненько, не спеша. На коленки можно вставать, высокие сапоги, очень удобно. Прошел много, вот нашел пятачок с ягодой. А здесь уже спелое, то что надо. Это что-то невероятное, а? Посмотрите, ягода отборная сегодня собирается. Вот такие как оливки, крупная ягода. Вот посмотрите, сколько ее здесь. Все усыпано. Вот ее очень много. Все, ведро практически собрал, ягоды еще на болоте остается очень много. Мне сегодня достаточно, хватит. Около 2,5 часов сбора с ходьбой. Около 3 часов, наверное. Показал вам ручной способ сбора клюквы на болоте в Карелии. Наверное, сюда еще вернусь. Обещаю, заморозки, после заморозков ягода будет.
сочнее, как мне кажется. Как вы считаете? Вот она. Витамины Карелии. Все, хватит. Ведро 12 литров полное набрал. Еще идти, чтобы не высыпалось. Да. Ягоды еще много на болоте остается. Не ожидал, что будет столько клюквы. Ягода на ягоде. Свое ведерко сегодня собрал. 12 литров. Мне достаточно, хватит. Буду выходить. Обязательно сюда еще вернусь. Риска 12 литров. Ну, 11 железно свои собрал сегодня. Около 3 часов сбора. Крупная ягода. Витаминная. Сочная, спелая. Ягоды Карелии. Я в деревне, на улице. Обычный стол. Угол градусов 30-35, наверное. Гладкая поверхность. Можно ткань ложить, мне так удобней. По краям две дощечки, бортики, чтобы ягода наша мимо не каталась. Таз ставлю. Сюда будет сыпаться чистая ягода. Вот такая простая деревенская конструкция, прямо на улице. Ягодка круглая, катится. Осор остается на нашей доске. Чистая ягодка в тазике. Прокатываем. Которая не катится, в сторонку. Сор убираем. Вот чистая ягода в тазике. Что-то можно выбрать ручками. Наполняется тазик. Витаминная ягодка. Вот тазик пополняется. Вкусная ягодка. Витаминчики. Вот сор остается, не улетает никуда, не девается. Тазик пополняется. Ягода шикарная, крупная, можно сказать, отборная. Вот на выходе два таза перебрал, удалось до дождика успеть. Один тазик маме оставлю на зиму, витаминки, а второй тазик себе. Показал сегодня, как я собираю ягоду, как я просто быстро ее перебираю. Надеюсь, видео было интересным, чем-то полезным. С вами был Руслан, до встречи.